спасибо, студия. Доброе утро, Красноярск. Сейчас мы находимся в Пилоте, в галерее «Отдел». И здесь 15 числа в 19 часов открывается новая выставка Евгения Толмашова. Вот так вот резко от спорта мы перешли к культуре. А подробнее о ней расскажет нам организатор выставки Надя Котова. Надя, доброе утро. Доброе утро. Выставка называется «Состояние сферы». Что художник вкладывал в это понятие? Ну, в принципе, состояние сферы – это одно из таких состояний было Евгения Толмашова, которое он охарактеризовал именно свое творчество, свои работы. То есть непосредственно свои работы он иногда называл такими, не иногда, а постоянно какими-то такими философскими названиями, а может быть, где-то там. Это говорит о том, что он всегда оставлял именно такой простор именно для мыслей зрителя, именно для какого-то такого вот мысли творчества. Пофантазировать, в общем, можно над его работами, я так понимаю. Да, да. Сложно ли было собрать вот такую большую коллекцию, которая здесь сейчас, я так понимаю, не вся представлена, только часть? Да, на самом деле, конечно, после вот его кончины достаточно многие работы ушли вот непонятно куда. Ну, это зачастую, конечно, такая бывает проблема с художниками, особенно вот российскими. Но мы собрали это из частных коллекций. Хочется огромное спасибо сказать именно Шурику Губанову, очень близкому другу, нашему знаменитому альпинисту Красноярска, который бережно хранит непосредственно эту коллекцию, эти работы, которые вот даже, допустим, та же самая графика, она, к сожалению, была чуть ли не на земле. Вот он ее хотели вообще выкинуть. Конечно, вот такие вот шедевры, которые именно культуры Красноярска, которые мы хотим сохранить и показывать, зачастую бывают в таком бедственном положении. Ну, конечно, выставка не о том, выставка именно о Евгении, да, о его таком мысли, творчестве и, я считаю, уникальном стиле, уникальных действительно работах, которые хочется подходить и вот, как мне кажется, молчаливо разглядывать на протяжении там очень долгих минут. Ну, как все будет происходить? Получается, 15 числа здесь также пройдет концерт поэта. Да, концерт поэта Евгении Сою, который тоже является поклонником творчества, которого будет представлена специальная программа «Блюзы для русалок» в 19 часов, но там вход по билетам. А в 21 мы уже ждем свободный вход для всех любителей именно художника и культуры Красноярска. То есть вернисаж сам стартует в 21.00, да. Час. А до этого можно будет насладиться творчеством поэта Евгения Сои. Ну, пару слов, может быть, о нем, о том, что он будет читать, что за стихи здесь будут представлены. Ну, еще раз повторюсь, это новая программа «Блюзы для русалок», так как я сама ее не слышала, ничего такого нового сказать не могу. Но я считаю, что это действительно какое-то такое космическое сочетание событий, что такой чуткий поэт удивительный вот у нас будет писать выставку. Ну, я думаю, что всем любителям культуры обязательно и любителям поэзии обязательно стоит сходить в 19 часов в субботу на концерт Евгения Сои. Ну, а если не успеваете, то в 21 час здесь в галерее «Отдел» открывается выставка. Передаю слово вам в студию.